Так, посмотрим, что тут. Смотрите, строят дом, видите? Наверное, через год уже его сдадут. Почему-то вечером тут горит свет. Я, как всегда, вышла на прогулку. Так, мне неделю я не появлялась. Кто по мне соскучился, напишите в комментариях. Эти дома уже год строят, никак не могут достроить. Вечером как-то душновато. С утра, нет, я в час дня выходила. Гуляла, такой был, более такой был ветр, была ветреная погода. А сейчас как-то душновато к вечеру. Сегодня я наткнулась на статью в интернете, что старые люди такие одинокие, такие плохие дети, отдают их в дом для престарелых. Есть разные родители. Есть такие престарелые, которым 60+. Они вовсю путешествуют по 2-3 раза в год. Вот это престарелые. А. Да еще к тому же не дают своим детям спокойно жить. И такие мои интрижки устраивают, пьют кровь. Вот так. Так что всех под одну гребенку не надо сувать. Есть такие престарелые родители, которые своих детей не ценят, не уважают, оскорбляют. Устраивают им, выносят мозги. Вампиры самые настоящие. Такие престарелые. Так от таких нужно бежать. Не говоря уже о дома престарелых. А, и что самое интересное, значит, с одним ребенком они устанавливают прекрасные отношения. Но, как говорила одна психолог, что если ты любишь одного из твоих детей, а другого нет, это значит, ты вообще никого не любишь. Такие люди просто играют. Это устраивание интриг. Вот так вот. Я знаю одну женщину, которая дома хранит, значит, она вывесила фотографии своей дочери, а другой фотографии дочь, она вообще ни одной фотографии не имеет. То есть этим она хочет показать, что плевать на старшую дочь. Она вывесила внуков там, эти фотографии своего зятя, своего любовника, а дочери, а фотографии дочери нету. Это о чем говорит? Что человек вампир просто-навсего. Вот такие у меня мысли к вечеру. Так что, ребятки, бегите от родителей таких, в кавычках, бегите подальше. Вот у нас пенсионерки в Израиле. По 2-3 раза ездят за границу. Поняли? О каком доме престарелых может идти речь? Они плевали на своих детей. Плевали. Что они в этом году обломались, пенсионерки, с поездками за границу. Все, что не делается, все делается к лучшему.